На съезде общества Мастарава, что в переводе означает «родина-мать», с жителями автономной республики встретилась мордва из Сибири, Башкирии, Казахстана, Армении, областей и республик Поволжья. Приехали на съезд и представители родственных финно-угорских народов – марийцы, коми, эстонцы. Процессы ассимиляции мордвы и в республике, и за ее пределами приобрели тревожный характер. В сложном положении преподавания родных макшанского и эрзянского языков. Не лучшие времена переживает национальная культура. Поэтому главную задачу участники съезда видят в этнической консолидации на основе культурно-национальной автономии. Решено считать республиканское отделение общества Мастарава всесоюзным общественно-политическим центром мордвы. Каким образом вы собираетесь строить взаимоотношения с мордовским населением, которое проживает за территорией Мордовии? Ведь его 2/3 нации. Даже более чем 2/3. Мы думаем с помощью их, с помощью этих представителей, организовать там на местах филиалы, землячества, клубы и различные структуры мастуравы, которые будут с нами поддерживать отношения. Это будут своеобразные механизмы той культурной автономии, которая когда-то была ликвидирована.